Привет, сноубордисты! Сегодня вот так вот. А все почему? Потому что надо будет мерить ботинки. Мы решили снять видос про выбор ботинок. Даже два видоса. Первый про выбор ботинок, размера, системы шнуровки и так далее. Поэтому если вы, собственно, опытный уже выбиральщик ботинок, ну, то есть вы давно катаетесь и знаете, как что работает, вы просто можете выключать это видео. Это видео скорее для тех, кто еще не знает, как выбрать ботинки, может быть, для совсем начинающих, а может быть, и для работников магазинов, чтобы советы послушали, как правильно выбирать ботинки, ну или просто для интересующихся. Будем говорить это все, естественно, с идеей про ботинки 32, хотя именно это видео, наверное, можно и отбросить какие-либо бренды. Но в этом видео в конце мы все равно вернемся к ботинкам 32, потому что будем рассказывать, чем они друг от друга отличаются. В общем, выбор ботинок — это, наверное, один из самых важных моментов при выборе экипировки, особенно если это ваши первые ботинки и вы никогда не надевали их и не знаете, какие ощущения могут быть от разных ботинок. Поэтому этому моменту надо уделить реально очень много времени. Ну, в общем, поехали про ботинки. Вначале без какой-либо привязки к бренду 32. То есть вы выбираете себе ботинки, естественно, вы приходите в магазин, у вас, ну, допустим, вы знаете свой размер. Может быть, у вас размер написан на ваших кроссовках, там, в которых вы пришли. Тогда вам, может быть, даже и легче будет. То есть, если вы знаете свой размер, вы просто говорите, да, вот мне вот мой размер такой-то, и вам приносят ботинки померить. Лучше взять несколько ботинок, естественно, посмотрев сначала на них визуально и определив, что да, вот этот цвет мне нравится. В общем, вы начинаете мерить ботинки. Желательно, конечно, померить разные модели разных брендов, походить по разным магазинам, потому что у нас вряд ли все в одном магазине можно купить. И, ну, потратить на это действительно, может быть, несколько дней, но это того стоит, потому что кататься вам, и если вы действительно подберете себе правильные комфортные ботинки, то вам будет намного проще получать удовольствие от сноубординга. Ботинок имеет в рабочем состоянии, да, когда вы катаетесь, зашнурованный ботинок, он имеет некий вот такой вот угол, да, то есть это не прямой угол, как у резинового сапога, который вы ходите на рыбалку, а угол чуть-чуть поострее, и поэтому, когда вы вставляете ногу в незашнурованный ботинок, то мысок упирается в переднюю стенку ботинка. И порой, когда вы влезаете в новый ботинок, вы чувствуете эту стенку. Правильный выбор ботинок – это когда вы чуть-чуть чувствуете эту стенку, но не упираетесь в нее, да, то есть пальцы могут быть, да, там разной длины, у кого-то большой палец торчит больше, у кого-то средний. Это все нужно, естественно, промерять и понимать, что пальцы могут чувствовать эту переднюю стенку внутренника ботинка, но не упираться в нее, не скрючиваться, потому что это будет в дальнейшем неудобно. То вот я беру свой размер, например, да, вставляю в него ногу. У меня прям реально очень сильно пальцы чувствуют переднюю стенку. И, так скажем, начинающий человек, он скажет: ой, ну это не мой размер явно, это же большой размер. Мне такой не подходит, давайте мне больше. Хорошо, допустим, он действительно не подходит. Я беру следующий размер, то есть это вот 9-й американский, это 10-й американский. То есть это уже на 2 размера больше, потому что еще есть половинки. Вот я в него ставил ногу, уже чуть-чуть комфортнее, но я все равно чувствую переднюю стенку, вот особенно там сейчас большим пальцем, он прям хорошо чувствует эту стенку. Я говорю: да что вы мне опять принесли маленький ботинок какой-то, мне нужен больше, это явно мне неудобно. Беру следующий ботинок, следующий размер 10,5. Ну, тут он еще более свободен, то есть я это чувствую даже по ширине ботинка, по длине, но если вот встать прямо не зашнурованный, опять все равно большой палец упирается, и я опять недоволен размером. Типа, да что за фигня, что у вас за ботинки такие? Они вообще никак мне
не помогают. Беру 11 размер. Ну вот встаю прямо, да. Все равно чувствуется пальцем очень сильно достаточно передняя стенка, но уже лучше, уже прям, ну, можно сказать, отлично, хорошо. Но при этом я-то знаю, что мой размер 9, а не 11. То есть я вот беру линейку, если такая линейка есть в магазине, это прекрасно. Я просто смотрю свой размер. В итоге 9 размер мой. То есть я в 9 размере, знаю, что я катаюсь уже много лет в 9 размере, и мне он подходит. Но не зашнуровывая ботинки, оставляя их такими вот распущенными, мне подходит 11. Ну, соответственно, в 11 размере, когда вы зашнуруете, у вас пятка встанет на место, да, то есть вот эти вот шнурки прижмут ее назад, и впереди получится большое расстояние. Про шнуровку можно еще поговорить, да, какие бывают шнуровки. В принципе, три вида, да, это обычный шнурок, который самый распространенный, наверное, и, в принципе, самый простой. В общем, есть фаст-трек, это тоже шнуровка, которая... Здесь у меня, кстати, нету таких ботинок с такой шнуровкой, но вы поймете, это когда два шнурка по отдельности затягиваются просто такими быстрыми движениями. Один шнурок отвечает там за низ ботинка, другой за верх ботинка. Либо это вот как в этом случае, это боа. То есть здесь усилия, которые вы тратите на утяжку двумя руками, здесь это совершенно без усилий, вы просто закручиваете эти крутилочки боа. Какие отличия между шнурками и всеми этими системами? Да на самом деле вы должны выбрать ботинок, который подойдет вам по ноге, не задумываясь о том, какая у него шнуровка. То есть если вы уже, конечно, более-менее разбираетесь в ботинках и понимаете, какую вам поддержку нужно и в каких моментах вам, там, например, можно ослабить там, отдельно вверх, отдельно низ, вы уже потом можете выбрать себе немножко другие ботинки и, так скажем, подстраивать уже шнуровку под себя. Я, например, люблю обычные ботинки с обычной шнуровкой. То есть мне, как старперу, кажется, что это надежно и никаких проблем не возникнет, потому что где-то там, допустим, в дальних путешествиях, где-нибудь в глухих горах, если порвется шнурок, в принципе, можно легко найти замену, либо даже связать этот шнурок и спуститься. Ну, то есть проблем минимально будет со шнурками. Что касается фаст-треков, ну, с ними, наверное, тоже может случиться что-нибудь, да, нехорошее, непредвиденное. Хотя, честно говоря, ну, я мало знаю, мало слышал таких историй, когда фаст-треки... Ну, бывает, да, там что-то где-то лопнул этот шнурок, и вам нужен специальный этот корд. Ну, да, такое может случиться и подвести вас к какой-то ситуации, поэтому... Но это редко. То же самое касается и боа. То есть, в принципе, боа в последнее время совсем не тот, что был раньше. Он значительно прочнее, значительно эффективнее, значительно меньше подвержен поломкам, ну, судя по статистике, которая есть. Но все равно эта статистика есть, и, ну, какие-то минимальные количества боа все-таки ломаются. То есть, например, когда-то давно, еще несколько лет назад, 32 в свои ботинки клали дополнительную вот эту крутилочку, тросики. Тросики, кстати, тогда были металлическими, а сейчас используют уже нейлоновые тросики. Они не такие агрессивные, но не менее прочные. И сейчас такие крутилочки уже ничего не кладут. И гарантию, например, да, поддерживает уже не сам 32, а производитель BOA. То есть вы просто на сайт BOA пишете заявку. К сожалению, он на английском языке, вам придется немножко потрудиться с переводом в Гугле, если вы не знаете языка, ну или попросить кого-нибудь из знакомых, кто чуть-чуть хотя бы умеет. Можно заказать любые крутилочки BOA с тросиками, все это вам пришлют по гарантии, если вы, ну, продемонстрируете, да, что вы купили, когда.
даже без гарантии вы можете там на сайте купить себе запасной кит. И если вы собираетесь в какое-то такое серьезное путешествие, типа там, не знаю, на хелибординг в какой-нибудь там дальний край, где рядом нет ни магазинов, ничего, то советую вам лучше, конечно, все-таки взять с собой и запасные шнурки, и запасной боа. Но вот запчасти для фасттрека, честно говоря, я не встречал особо нигде, поэтому не могу ничего про них сказать. В общем, какой выбрать шнуровку, тип шнуровки, вообще совершенно не важно. Вы просто должны выбрать ботинок, который сядет вам по ноге отлично, в котором вам будет комфортно. И по жесткости теперь. Ботинки, естественно, в каждой линейке отличаются жесткостью. Там у 32 это может быть своя линейка жесткости, у какого-нибудь DC своя линейка жесткости, поэтому можно особо не обращать внимания на эти цифры, а ну, понимать, да, что ну, продавец в магазине вам скажет, что вот этот жесткий ботинок, это средний, там это мягкий. Жесткие ботинки, скорее всего, покупают прорайдеры, которые проводят на снегу, да, проводят в катании большую часть года. То есть, соответственно, они могут по полной программе все эти навороты жестких ботинок ощутить, и плюс еще какой, все эти жесткие ботинки, жесткие крепления, они будут быстро очень передавать движение ног на доску. Если ваше движение не точное, там, да, вы начинающий, и вы будете свои неточные движения передавать на доску, то вы просто можете упасть, там, кантануться, поймать канта. И, ну, в общем, это будет неудобно. Поэтому и рекомендуют все, что для начинающих лучше брать ботинки помягче. В конце концов, вы можете взять себе какой-то средний уровень ботинка, да, который будет чуть-чуть пожестче, чем мягкий совсем. И то в этом случае вы... Ну, какой-то дискомфорт, возможно, при начале катания, обучения будете испытывать, а зато таких ботинок хватит на более долгое время. Так, ну давайте теоретическую часть закончим и приступим к практической, что у нас тут есть из ботинок. Посмотрим. Конкретно сейчас будем говорить про 32. Вот возьмем самый простенький ботинок, да, это как он называется, Shifty. Внутренник самый мягкий, при этом он все равно термоформируемый. Кстати, вот про термоформовку забыл сказать, что термоформовка — это, в общем-то, хорошо, да, это дает дополнительную возможность тонкой настройки ботинка. Не у всех брендов есть термоформовка, поэтому, опять же, учитывая то, что термоформовка добавляет каких-то еще возможностей вам, при примерке желательно все-таки учитывать, что вы можете что-то изменить. Мы снимем отдельное видео про термоформ, поэтому сейчас не будем на этом останавливаться. Это самый простенький внутренник, у него даже внешняя шнуровка находится на самом внутреннике. Он термоформируемый, у него вот этот угол достаточно прямой, в нем будет совершенно комфортно ходить. Называется он комфорт. Комфорт, так и называется. Если, кстати, вставить его обратно в ботинок и зашнуровать его, то этот ботинок, я бы не сказал, что он прям очень мягкий, хотя по каталогу он действительно мягкий. Конечно, если вы потом всем весом на него нажмете, то почувствуете разницу, да, так скажем, в мягкости этого ботинка. Но, однако, все равно он достаточно хорошо держит даже начинающего. Вот в таких ботинках совершенно спокойно можно ходить, гулять, тусить, там, скатиться разок-другой. Ну, в общем, если вы несколько дней в году катаетесь, вот, ну, такой ботинок, в принципе, подходит. И для начинающих, естественно, это ботинок для начинающих. Следующий внутренник у бренда 32 называется Team. Team – это уже достаточно более серьезный по жесткости внутренник. Здесь уже вот эта вот утяжка внутренняя в этих ботинках с таким внутренником, она находится вшитая, встроенная в ботинок, вот эта шнуровка. В общем-то, это что дает? Дополнительно притягивается пятка на свое место, да, дополнительная фиксация. У такого внутренника уже есть верхняя липучка, да,
что может регулировать вот этот вот объем голенища, там, в зависимости от толщины вашей ноги. Естественно, он тоже термоформируемый. И тут уже возможна регулировка, так скажем, посадки пятки, регулировка таким способом. Вот в коробке с такими ботинками, с такими внутренниками будет лежать такой вот пакетик, в котором есть колечки. Колечки двух цветов, они отличаются по толщине. Ну, так скажем, один, наверное, миллиметра 3, другой где-то миллиметров 5. То есть вы можете эти колечки вкладывать в эти кармашки эластичные, то есть либо то потолще, либо потоньше, и вставлять обратно в ботинок. Какой в них смысл? Смысл в них такой, что если вам недостаточно объема ноги, вот в этом месте, да, то есть у вас там тонкий подъем, вы при шнуровке ботинка будете чувствовать, что как-то здесь не дожимает, да, шнурки не дожимают. В таком случае вы можете вставить либо тонкую, либо толстую вкладку, либо и тонкую, и толстую вместе, что немножко увеличит, да, объем этого внутренника. И когда вы будете затягивать ботинок, он чуть более крепче будет прижимать вашу щиколотку на место. Следующий валенок — это Performance. Он, в общем-то, имеет схожее строение по виду Steam. Здесь тоже есть эти эластичные кармашки для того же самого, но при этом он все-таки немножко более жесткий за счет специальных вставок на вот этой спинке сзади. То есть он более жестко держит эту спинку. Боковые тут вставочки есть же пожестче, которые будут тоже более цепко держать вашу ногу. Тоже, естественно, термоформ. Здесь уже есть вот такая штука, стелька с дополнительными изменяющими как высоту вот этой вашей арки, да, накладками. То есть это стелька такая же есть и в модели с валенком Performance, и в модели с валенком Elite. Это следующий будет. Там есть 4 вида таких вкладочек, они разного цвета, разной толщины. Я на самом деле вчера экспериментировал вот с теми ботинками, которые я выбрал себе. Это действительно очень чувствительно, то есть когда вы выбираете потолще или потоньше, вы даже, в принципе, можете не зашнуровывать ботинок, а просто поменять вот эту деталь стельки и попробовать влезть в ботинок. Но лучше всего, конечно, если внутренник будет вставлен в ботинок, чтобы получше это чувствовать. И внутренник Elite, он сделан немножко вообще из другого материала. То есть это такая пена высокого давления. У нее внутри тоже, естественно, есть этот термоформ. Здесь тоже есть кармашки. Она очень хорошо держит щиколотку. Здесь прямо она сформирована так, что очень-очень прочно держится щиколотка. Чем еще отличается в ботинке с валенком Elite? Есть вот такие вставки. Это еще дополнительные ребра жесткости, которые могут регулировать. То есть, если, например, с вставленными этими ребрами жесткость будет 9, там без них она будет 8, ну, как говорит производитель. В общем-то, это действительно чувствуется, если померить с ними, поприседать, да, так, попрогибать ботинок или без этих вставок, то, в общем-то, это чувствительно. Естественно, ботинки сами вот внешние, да, в которые эти внутренники вставляются, они могут быть разными. Но поверьте, что ботинки Elite, они вставляются только в самые топовые ботинки, в самые навороченные, да, которые сами по себе еще имеют приличную жесткость. То есть все ботинки внешние, они соответствуют тому внутреннику, который в них вставлен. Если, например, вам по каким-то причинам не подходит тот ботинок, в котором стоят внутренники Elite, 32 предлагает как опцию купить их отдельно
Например, если у вас ботинок с внутренником Performance, да, в принципе, он даже в Team войдет, потому что здесь важна именно вот эта внутренняя шнуровка. В принципе, даже в Team войдет этот ботинок Elite. То есть, если вас перестал устраивать жесткость, вы можете купить отдельно. Также можно купить отдельно стельки, если, например, вас не устраивает стелька в более дешевом ботинке и вам нужно чуть-чуть ее кастомизировать, то можете купить отдельно стельки вот с такими подкладочками. Ну, наверное, мы закончим обзор, так скажем, внутренностей наших ботинок. И в следующем видео покажем вам, как же делать термоформовку. Это тоже достаточно интересная и длинная история. А так, всем до свидания. Катайтесь, наслаждайтесь. Заходите в магазин Сквот за ботинками 32. Новая коллекция уже приехала.